Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест героя с разными талантами. Постараюсь вам показать по максимуму. Мы сегодня будем тестировать Бугимена, так как многие из вас до сих пор спрашивают, что ставить ему, где применять, какая сборка лучшая. Герой имеет встроенный проклятый доспех, встроенный, какая разница, в общем, он не боится отражалок, это самое основное. Сборка у нас вот такая, есть пактом, есть такая Blade Dance, еще попробуем поставить бастион, я вам покажу, что для него хорошо, что для него плохо. В общем, герой имеет также встроенную оживу, наносит нереальное количество урона, вот один из топовых дамагеров на сегодня, бьет 5 целей, дальник, имеет автопрок, то есть он автопрокает, можно использовать его с воодушевлением, ставить амблейковую душку, и на фарм локациях будет самое то. В принципе, как видите, что мы имеем на сегодня. Так. Даун 4 секунды. Вот 8 жива. Имеет иммунитет к стану страху. Она не получает больше 5000 урона. Какие варианты по талантам? Ну, по талантам, я не знаю, больше всего нравится бастион, так как он дает жизни и плюс урон. Очень неплохо заходит такой вариант для бездонатов. Возможно, мы его потестируем. Мы сейчас делаем максимально, ну не максимально, можно десятку качать, но я пока не хочу, это бессмысленно. У меня стоит победный выпад. Такс, ставим грубую силу. Где там она у нас? 9-я грубая сила. В снаряге он у меня собран на крит, то есть я специально сделал 6, чтобы максимум крита было, повысился левел чарки, плюс какие варианты по чарам есть. Вариантов, скажем так, очень много, но бессмысленно его точить на жизнь, он должен быть дамагером. Он не сольется у вас на отражалке, но его в любой сборке все равно будут сливать, поэтому лучше сделать с него максимальный дамаг, выжить, нежели делать среднее что-то, потому что он должен шатать. Варианты вот такие вот чарок, ну, честно говоря, отпадают. Пиромаги тоже отпадают. Доспех как вариант прожить тоже не то. Самое интересное — это вот передача энергии. Это раз, которая увеличивает, ну, тут на 35 и понижает вражескую атаку. Это раз. Вторая — это победный. Это две чарки, таких, которые для него будут топовые. Ну, конечно же, победный лучше. Вот на 6-м победный дает уже 40% атаки, плюс грубая сила 100%, плюс увеличение на 1 и 2, плюс дополнительно у нас пакт, максимальный дамаг 190, здесь у нас 150. Ставим еще сюда панчбокса. Вот такой вот вариант, это максимальная сборка на атаку. Конечно, на PvP локациях лучше будет ставить ремку, чтобы он сразу же включался, так как он автопрокер. Так, какую мы там кошмарка? 4, 1, 4, 9. Здесь есть у нас мясо. Только нам единственное надо сейчас убрать красного смотрителя отсюда. Где использовать, ну, самое основное, это по такие локации, как Забытая, Атака форта, многие используют Лабиринт. В Лабиринте он тоже очень крутой. Так, все убрали, отлично. Вариантов масса, скажем так. Ну, в основном это эти локации. Некоторые на битве гильдии используют. Итак, смотрим. У этого демона, место точнее, 80 миллионов жизни. Такой бугимен его убрал за одну тычку. То есть урон у него в такой сборке просто бешеный. Вот я еще раз покажу вам. Может, у нас пройдет не крит. Вот прошел крит 71 миллион. То есть по сути, ну, вариации есть. Видите, у нас по-разному бывает урон проходит. Вот мы сейчас 71 выбили. Это максималка. Сейчас мы попробуем как-то это все уменьшить в уроне, потому что ну, это заоблачный урон. Это под панчбоксом. Сейчас, наверное, вот берем панчбокса. Просто Unreal. То есть там урон может и 100 лямов быть. Давайте уберем. Я думаю, многие встречались именно с такой сборкой на PvP локациях, и просто половина героев 5 сразу улетает. Так, давайте попробуем без панчбокса. Вот 22 миллиона. 14. Как-то намного слабоват он стал, да? 16. А панчбокс все-таки шатает хорошо. Вот видите, что делает один питомец. Давайте отсюда выкинем. Сразу такое изменение в уроне. 11. 20, 13. Чувствуете разницу, да? Теперь поехали. Посмотрим, что же у нас все-таки там. Панчбокс у нас. Где там панчик? Вот. Увеличивает атаку героя на 120%. Каждых секунд увеличить одну атаку на 120%. Давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем вот его. Так, увеличивает атаку на 100%. Давайте такой вариант попробуем. . 17. 27. Ну, я не понимаю, каким образом панчбокс. Давайте еще раз. Дает такую атаку. Это что-то запредельное. . 12. Ну, тут не под скиллом. Сейчас будет удар под скиллом. 25, то есть критом будет все 50, а то и больше. За счет грубого 35. Ну, по-разному, видите, бьет. Давайте обратно вернем. Самому стало интересно посмотреть, насколько же имбалансный панчбокс. Это просто что-то нереальное, походу. Или опять неправильно что-то где-то показывает, не знаю. Посмотрите, 78 миллионов. Каким образом, объясните мне? Я вот, может, я чего-то не понимаю, почему такая разница? Сейчас, может, там я панчбокса не дочитал. Давайте зайдем на русский сервер, чтобы не переводить долго. Посмотрим, что нам дает панчбокс. Ну, это, конечно... Просто какой-то Unreal. Так, где там яйца? Увеличивает атаку ближайшего на 124, позволяет ему наносить урон равный 150 атаки. 4 целям каждые на 5 секунд. Короче, вот оно что. Ну, в общем, с панчбоксом, как видите, я просто давно уже питомцами не бегал. Не занимался, если я поставил, я побежал и забил. В общем, разница, конечно, с панчбоксом просто в разы жестко. Так, окей, ладно, мы тестируем не то, мы тестируем вариации. То есть такой вариант на PvP локациях, в принципе, хорош. Ставите вот так вот, ставите ему ремочку, либо ставите ремку, эмблемку, какую хотите. То есть, либо такой вариант, но я больше склоняюсь к басту и кремки. Идем там на аренку, например. Вот наш Бугиман. Вот есть Асура. То есть герои, которые многие с автопроком боятся его. Тут просто пофиг, честно говоря. Единственное, что смотритель тоже дамажит его нехило так. Ну вот посмотрите, минус... Сколько там? Минус 3 героя было, да? Сейчас я не знаю. Он опять минуснул. Но деф, как видите, у него не ахти. То есть не надо рассчитывать на дефный вариант этого героя. Рассчитывайте на максимальный урон. Соответственно, вы видели, что он делает. Давайте попробуем такую сборку с вальсом. Посмотрим, как она себя покажет. Уклонение на героя там есть только за счет прорыва. Так, это я что-то какую-то хрень сделал. Ну да ладно. Сейчас затестируем здесь вальс. Ну, вальс тоже, в принципе, как вариант. Плюс то, что герой будет себя отхиливать. Ну, урон, конечно же, в разы меньше. Мы убрали любую силу. Это понятно. Сейчас мы вернемся, затестим, посмотрим еще как он будет. Сначала я хочу сбегать на арену в такой сборке. Самому интересно. Ну вот вальс, видите, Космо ударил. И все пропало. Все пропало, его ушатали. Что так, что так. Видите, еще раз попало и все. Просто до свидания. Так, хорошо. Поехали. Ставим обратно грубую силу. Посмотрим на подземочку. Такие вариации. Конечно, для него надо уклонение, потому что с такой сборкой он критует дико, но надо больше уклонений, тогда будет срабатывать вальс. Без этого вальс работать ну никак не будет у вас. Смотрим. $15 миллионов, это у нас был удар. 18 с панчбоксом, причем 28. Ну видите, то есть в разы хуже он начинает бить. Все-таки пакт есть пакт. Максималки. Но дафь его. Хотя он что в такой сборке, что в той сливается. Я думаю, даже пакт такой вариации лучше, если у вас нет уклонений. Если есть уклонение, то можно, конечно, подумать над БДшкой. 22 миллиона. 12. Ну, такое. Не особо. Не особо как-то радует урон, да? Даже в такой сборке, казалось бы, он должен все равно здесь 150 атаки должно быть. Но там, скорее всего, я не знаю, у меня такое чувство, что 150 атаки здесь не проходит. Но не может быть. 150 атаки и так дамажить мало. С пактом просто разносить нафиг. Вот 72 миллиона, ребят. 72 миллиона в 2 раза. Мне кажется, нет. Давайте ради интереса поменяем, поставим. Поставим даже вот ту же самую железку. Хоть и она ему не нужна, по сути. Вот железная воля, которая наносит 140% атаки, имеет. То есть, по сути, где-то плюс-минус одинаково. И посмотрим сейчас на урон. И заодно выясним, как работает урон на... Солезви. $11 миллионов. 66. Так, а ну-ка еще раз заходик. Судя по всему, срабатывает и атака, когда герой уворачивается. Точно так же, как и отхил. Я просто это раньше не тестил, я себе запустил-то и все. 9,8. 49. Попробуем без панчбокса. Просто чисто тест. Чисто такой вариант. Даже давайте грубую силу уберем. Чтобы минимум на героя было. Просто чисто герой. Без ничего. И 8 критом, 4,2, вообще 2,6, 2 миллиона. Видите, насколько... А, это у нас уже пропало, походу, не срабатывает. Ладно, другой вариант тестируем. Тестируем другой вариант. Талантики. Так. Атака. Девятка 110 нам не подходит. Нам надо что-то подобрать. Плюс-минус. Такое же по атаке. На десятке 120. 200. 140. Ну, давайте ему сейчас бог войны поставим. Просто интересно уже разобраться. Итак, 140%. Поехали. Пять и 4 крит, 7, еще раз 5, 10, неплохо, ну какой-то такой разброс, знаете, опять 10, непонятный, 7, 9. 5 разброс до 10 миллионов крит. Вот, ну опять 10, если в 2 раза больше был бы крит. 3. Хорошо. Теперь пробуем другой вариант. Тут у нас должно чуть-чуть больше быть. Ну немножко там атаки. Так, в районе 6. Вообще что-то 1 ударило меня. 1,9 крит. 2,4. Видите, у нас не срабатывает талант, когда ее по герою не миссуют. Бессмысленно ставить. Нету уклонения. Просто бессмысленно. Атака у нас тоже зависит от уклона. И получается... Если вы без донат выбиваете такой талант, если вы не можете поставить уклон, понятно, нас должны бить герои, чтобы у нас проходили миссы, тогда будет срабатывать талант. Но сама суть, в большинстве случаев он будет бесполезным. Только надо уклонение, чем больше уклонения, тем больше будет срабатывать талант. И он будет давать атаку только тогда, когда у вас будет уклонение. То есть вот так вот. В данном случае даже бог войны намного эффективней на этом герое, нежели все остальное. Вот так вот. То есть без уклонения Вот это вот ставить бессмысленно. Похвойные в разы лучше. А теперь поехали. Допустим, мы видели уже такую сборку с богом войны, да. Потестируем. Бастион. Еще хочу баст посмотреть. С бастом он бывает, что выживает довольно-таки неплохой дамаг у него. 90%. Да, это немного. Но этого вполне хватает. Плюс жизнь 90%. И герой более универсальный у нас будет. Так, 8 лямов прошло. Неплохо. Чуть-чуть меньше. 3,6. Ну вот баст мне нравится больше всего по урону. 5 лямов. 1,6. Ну какой-то такой разброс, непонятно почему так. Хотя у нас цифры стабильные должны быть. У нас же не меняется ничего. Как-то странно. 3,6. Очень странный разброс по урону. Но в любом случае баст — это золотая середина. То есть можно поставить либо то, можно поставить пак, собрать на максимальный урон. Что тот сдохнет, зато нанесет урон. То есть я либо тот вариант, либо тот. Танец лезвий, ну я не вижу смысла в нем. Ну такое в общем. Окей. Теперь давайте попробуем такой же вариант. Я надеюсь, что у меня противник не сменился. Ставим обратно ремочку. И панчбоксика. И поехали. И поехали. Ну, как видите, что тот вариант сливался, что этот сливается. Это чуть-чуть, получается, у нас сейчас не добивает. Не хватает немножко, посмотрите, чуть-чуть не хватает. То есть даже в таком случае лучше, возможно, будет и пакт. С пактом он хотя бы их нафиг выносит. Возвращаем обратно пакт. Все зависит, конечно, от локации, от противника, от прокачки. Но либо тот вариант очень хорош. А можно даже бог войны прокачать. То есть он тоже будет хорошо дамажить. Так, вот такая вот сборка. Вернули на исходную. Все зависит от вашего топа. Если у вас там 20-е прорывы, баста будет хватать. Ну, видите. С пактом тоже не особо он там дамажит. Хотя, казалось бы, разница 190 и 120. Их 120 и 90 в 2 раза должна быть. Но его быстрее ушатывают. Ну, в общем, такое. Раз на раз не приходится. А урон у нас очень рандомный. То есть, очень большой разброс. Давайте здесь попробуем. Сейчас я только поменяю. Поставлю его одного в пачку. Но это не тот герой, который должен быть один. Тесте. Так, где-то там. То есть он всегда в пачке должен быть. Вот неплохо он заходит против таких вариаций, где есть отражалки. Оп. И посмотрите, что у нас осталось. Осталось Фрея минус 3 героя сразу же. Ну, он тоже слился. Но зато он за собой тоже унес прилично героя. Землеройка нас хорошо блокирует. Сегодня попробуем на вторую пачку. Посмотрим, как его будет дамаг. Вот опять, видите, такой же бугич. землеройка. Ну, по-разному. То есть бывает. Бывает хватает, а бывает нет. В общем, не знаю. Либо вариант пакт, либо вариант баст, либо бог войны. Но однозначно то, что я прокачал вот Blade Dance, я уже для себя наконец-то разобрался, что без уклонения этот талант бесполезен. Даже если вы его поставите, если у вас не будет малейшего уклона, он не будет срабатывать, у вас не будет ни атаки, у вас не будет нифига. В общем, вот так вот. Пишите комменты, какие сборки вам затестить, какие сборки Бугича еще показать. Всем удачи, всем пока.